Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы посмотрим отличия обыкновенных сушек, которые работают за счет компрессора премиум-класса от сушек не премиум-класса. Вот у нас представитель AEG, 9-килограммовая сушка. Вот она, AEG, 9 килограмм. Сенсорным управлением. Какое ее отличие от сушек, которые, скажем так, стоят немножко подешевле? Ну, первое, конечно, ее главное отличие, то, что здесь есть вот мотор, который вращает барабан. Он у нас инверторный и управляется блоком инвертора, а не на постоянной основе. То есть, например, здесь есть такая функция, как ночная сушка, когда компрессор отдельно запускается. И компрессор, в принципе, работает негромко, и для того, чтобы минимизировать количество шума, инверторный блок крутит двигатель с минимальной скоростью. Это одно из отличий, как бы, премиум-класса от обыкновенного. Все остальное здесь такое же, как в обыкновенных сушках Electrolux ролики, которые со временем, кстати, выходят со строя, потому что здесь даже видно уже, что ролик вот так вот, под наклоном. То есть подшипники здесь со временем вырабатываются, их нужно менять. Блок управления у нас как бы обычный, ничего особенного. Вот компрессор включается двумя руле, вот этими отдельно. Вот продолговатое такое больше коробочкой. То есть сразу вот питание компрессора здесь идет в этом месте. Оно двойная защита запуска компрессора у нас здесь есть. В электролюксах одно реле сразу запускает компрессор. Кстати, вот одна еще из проблем, которая бывает со временем. Вот конденсатор компрессора. Иногда он года через 4 постоянной эксплуатации может сесть, и компрессор уже может не запускаться, поэтому плохо работать. Что еще здесь из такого необычного? Вот у нас сам барабан. Структура не сотовая, но барабан реально большой. Глубиной, наверное, сантиметров 50. Здесь была проблема запуска компрессора. Решилось это наличием кольцевых трещин вот в этой реле. Соответственно, кольцевые трещины были устранены, и компрессор у нас запустился.